Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Кидс. Вот он наш воришка енот. Хватай его скорее, Джинджер. Ребята, сегодня мы отправились в погоню за сладостями. И сегодня мы с вами обязательно откроем одну из новых локаций. Нам осталось на нее насобирать всего 50-60 тысяч очков. Ну, где-то так. В общем, давайте собирать побольше сладостей, чтобы заработать побольше очков. А вот и первый деревянный сундучок. Он уже у нас. Отлично, Джинджер. Кстати, кто любит пожарного Джинджера, пишите в комментариях цифру 3, друзья. Так, хватай монетку. Ой-ой-ой-ой, ничего себе, какой опасный лесок мы забежали. Ну, наконец-то, наша пожарная машина. Теперь нам ничего не страшно на ней. Ух ты, она стала еще больше. Так, чтобы наши бонусы действовали еще больше, нам нужно прокачать наших пушистиков. Так что сегодня обязательно купим парочку легендарных сундучков. Ой-ой-ой-ой, осторожно, пригнись. Давай возьмем еще немножко конфет. Ух ты, зеленый сундук, мы до него добрались. Нам нужно добраться до бирюзового. Снова бонус. Поехали, поехали. На пожарной машине. Ой-ой-ой-ой. Так, чуть не свалились. Куда это мы с вами попали? Смотрите, это музей. Сзади скелет огромный динозавра. Так, много-много сладостей. Отлично, у нас снова пожарная машина. А, кстати, помогать нам будет гавайский хэнд. Будет прикольно. Так, давай, давай. Ого, смотрите, какие тут шары. Так, хорошо, что мы на пожарной машине. Еще и увеличились. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда это мы забежали? Нет, Джинджер у нас проиграл. Дальше мы отправляемся с гавайским хэнком. Будем скользить на волне. Так, отлично. Растем. Вот такой вот, ух ты, видите ли, какой котик был из сладости, очень-очень прикольный. Ой-ой-ой, спасаем нашего хэнка. И помчались. Вау, отлично, скользим на волне. Вот это путешествие. Так, мы увеличились. Неплохо. Уже заработали 162 тысячи очков. Так, мы точно уже попадем в новую локацию. Давайте-ка попробуем добраться. Ай-яй-яй, нет, не добрались. Мы снова свалились. Отлично. Открываем наши сундучки. Ребята, прошу прощения за шум. Мой сосед делает ремонт. Так что сегодня целый день. Без этого никак. Ладно, открываем. Тут у нас монетки, бриллиантики. И ура, ура, ура! У нас открылись египетские гробницы. Здорово. Так, мы, кстати, можем в них уже попасть. Но для начала давайте-ка мы с вами откроем пару сундуков для того, чтобы прокачать наших пушистиков. Так, ребята, кстати, не забывайте писать ваше имя и фамилию в комментариях, если хотите получить привет от канала Ушастик Кидс. Ну, а я куплю вот такой голубой особенный сундук. Он нам очень нужен. Так, у нас остается Бен. Обновляем. Купим легендарный сундучок. И прокачаем еще пушистиков. У нас смайлик попался. Гавайский Хэнк стал еще сильнее. Полицейский стал сильнее. Ботаника Бена прокачаем. У нас сейчас будут очень-очень сильные пушистики. Так, открываем этот. Джинджер, гавайский хэнд, полицейский дом. И еще-еще, дайте нам обновлений. Отлично, агент Анжела, пожарный, монетки. А давайте вот такой особый возьмем, может быть, там нам попадется еще что-то. Кстати, у нас с вами не открыт еще один компаньон. Так, открываем, открываем, открываем. И... да-да-да, мы можем уже кого-то обновить. Давайте-ка взглянем к нашим пушистикам и обновим их. А заодно выберем нового персонажа, которого мы будем играть. Вот смотрите, мы можем улучшить гавайского Хэнка. Так. Вау, отлично, котик Том у нас прокачан про максимум. Наш полицейский. Неплохо. Так. Принцесса у нас еще не прокачана, обычный котик Том. Еще нужно прокачивать их. А давайте-ка с вами выберем вот эту агента Анжелу. И отправится она у нас вместе с дракончиком в новую локацию. Смотрите, сколько всего мы уже интересного открыли, ребята. А вот и наши египетские гробницы, в которые мы сейчас с вами отправимся. Вау, какое красивое место. Ну что, вперед. Собирать наши монетки и собирать монетки также для открытия новой локации. Сладости, монетки и обязательно поймаем нашего варежку-ротика. Ух ты, как здесь интересно! Так,
вам понравилась новая локация, напишем в комментариях цифру 5, ребята. Помчались. Магнитик у нас отлично. Сейчас намагнитим всю клубнику. Ух ты! Какие тут препятствия интересные. У нас суперскорость. Нам ничего не страшно, да еще мы огромные. Так, первый сундучок уже у нас, ребята. Ух ты! Это что за шары? Ничего себе! Чем дальше, становится всем опаснее и опаснее. Так, еще одно улучшение. Мы сможем еще долго быть спецагентом Анжелой. Да еще мы увеличились. Отлично! Вау-вау-вау! Да нам сегодня везет! Так, превращаем все в красные бриллианты. Собираем. Они дают нам много очков. Осторожненько. Вот так, вот так, вот так. Ай-яй-яй! Агент Анжела проиграла. На помощь нам вышел гавайский Хэнк. Мы снова будем скользить по волнам. Мы помчались вместе с Хэнком. Так, давай, Хэнк, за тортиком допрыгни. Отлично. И на волне. Еще одно. Превращение мы взяли. Молния, значок с молнией. Поехали, поехали, поехали. Кстати, ребята, в конце видео вас, как всегда, ждет целая гора приветов от канала Ушастик Кидс. Кстати, кто любит канал Ушастик Кидс, пишите в комментариях цифру всем друзьям. Помчались, Хэнк. Ой-ой-ой, спасемся, спасемся. Кстати, а на моем втором канале Каталекс в эту игру сегодня я играю вместе с папой. Мы там с ним немножко соревнуемся, кто больше насобирает очков. Так что, если хотите, заходите на мой второй канал Каталекс и посмотрите том за сладостями. Так, помчались. Отлично. Опа! Смотрите, как он прыгать умеет, когда большой. Ай, зря мы прыгнули, нас подняло вверх. Вот так, перегинаемся. О, нет, опасная, опасная очень стройка. Давайте посмотрим, мы с вами заработали 150 тысяч очков. Неплохо. Открываем сундучки, которые мы с вами заработали. Отлично, отлично. Нам нужно набрать 1 700 000 очков. И тогда мы откроем еще одну прикольную локацию. Что же ждет нас там, ребята? Так, по-моему, мы там справились с миссией. Давайте смотреть. Нет, миссия у нас еще не закончена. Так, зато у нас тут что-то новенькое появилось. Давайте посмотрим, что же за восклицательный знак там был указан. Ага, мы можем купить дракончика, веселое облако или выбрать смайлика. А давайте выберем смайлика. По-моему, он нас заряжает. Заряжает свои позитивные энергии и не дает нам погибнуть. Так, давайте выберем следующего пушистика, которым мы сегодня поиграем. А вы знаете, что давно мы не играли полицейским домом? Он у нас прокачан по максимуму. Один из самых сильных персонажей. Давайте-ка отправимся вместе с полицейским домом дальше. Открывать новую локацию. Так, друзья, сейчас нам с вами нужно заработать 1 700 000 очков, чтобы попасть в новую локацию. Да, это будет непросто. Ну, давайте постараемся, попробуем. А потом откроем еще несколько сундучков. Помчались! Помчались, полицейский дом. Смайлик нас спасает. Он должен нас оживить, если мы проиграем. О, на машине. Отлично. Самый прокачанный пушистик наш в этой игре. Мой сосед, похоже, сегодня будет целый день сверлить. Ребята, простите, что очень шумно, но никак, никак без этого. Так. Я надеюсь, в следующей серии он уже перестанет сверлить. Так, давай, 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 давай. Опа, ух ты, ничего себе. Мы чуть не наткнулись на эту колонку. Так. Ух ты, снова мы наткнулись. Не удалось нам поиграть полицейским домом. Очень сложная была локация. Так, здесь у нас туннели только сладости. И мы с вами попали в египетские пирамиды. Смотрите, вау, какие тут интересные штуки всякие есть. Ух ты, смотрите, как Джинджер умеет кататься на скейте. Даже на голове стоять умеет. Берем все сладости. Пригнись. Так, у нас уже есть 50 тысяч, но этого пока маловато. 1 700 000 очков нам нужно для того, чтобы открыть новую локацию. Вот так. Отлично. Нам ничего не страшно, пока мы на скейте. Ух ты, какой котик классный. Сейчас мы соберем из него все сладости.
Так, отлично, отлично, отлично. Повыше прыгать, Джинджер. Вот так, хорошо. Магнитик берем. Магнитик у нас уже, ребята. И отлично, фруктовые деревья мы все съели, потому что стали большими. Ух ты, это что за ракета была? Вы это видели? Ничего себе, у нас обстрел. Так, очень опасное место было. Хорошо, что мы взяли с собой смайлика. Иначе мы бы точно проиграли. Вау, мы выросли, отлично. Растем, здесь лучше пригнуться. Ух ты, какие опасные шары. Нас били с ног, ничего себе. И как это перепрыгнуть? Так, здесь тоже опасная стройка, но как всегда. У нас такая сложная локация. Давай, 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 осторожно, Джинджер. Так, мы выросли. Конфетный дождик. Дождик из карамелек. Так прикольно, правда? Дождь из карамелек. Опа! И снова мы на скейте гоним. Поехали. Лошадки из карамелек мы все взяли. Еще один бонус с превращениями уже у нас. Так, мы его взяли. Скоро закончится наш бонус. И мы выросли. Отлично. Розовый сундучок у нас неплохо. И мы заработали с вами 200 тысяч очков. Нам еще нужно, ребята, 1,5 миллиона. Спасаемся. Спасаемся. Ух ты, как здесь интересно. Мы в музее. В этот раз мы с вами в музее. Ой-ой, дорожка под нами проваливается, и мы провалились вместе с этой дорожкой. Ничего себе, какое опасное было местечко. Ура! Голубой сундучок у нас. Мы взяли особенный сундучок. Еще один. Магнитики. Ого, сколько магнитиков там. Отлично. Мы взяли бонус двойные сладости. Растем. Здесь нету сундучков, так что бежим в следующий туннель. Ух ты! Вот это местечко. Вы это видели? Здесь было очень страшно. Так, у нас суперскорость. Теперь мы большие. Ой-ой-ой, чем дальше, тем страшнее. У нас сладости двойные. А мы скользим вот так. Неплохо. И повыше тут надо прыгнуть. Так, здесь пока все нормально. Сундук нас тут ждет или нет? Нет, тут нас ждала только целая гора тортиков. Ракеты. Ракеты, я их очень боюсь. Они все время взлетают не вовремя. Вот-вот, видите, мы на одну наступили. Придется потратить целую 1000 бриллиантиков, чтобы продолжить бег дальше. Так, неплохо. И растем, растем, растем. Какие классные тут деревья. Мы снова в музее. Ух ты! Посмотрите, что здесь происходит. Ай-яй-яй. Так, мы из этого опасного места уехали. Помчались дальше. Сейчас будем все разбивать в этом музее. Ой, теперь мы снова на стройке. У нас уже 380 тысяч очков. Неплохо. Но нам надо больше, ребята, надо больше, чтобы открывать новые локации. Как опасно на этой стройке. Так, отлично. Мы большие. Скушали все-все сладости, которые были в туннеле. О, нет. Высоковато мы прыгнули. Какие опасные шары. Зря мы туда пошли. Так, очень опасное место здесь. Мы уже несколько раз нам пришлось потратить наши бриллиантики. Хорошо, что мы подросли. И снова мы большие. Как часто нам попадает сегодня этот бонус. Так, заберемся повыше, спасаемся, спасаемся. Нет, у нас еще есть бриллиантики, мы закупили бриллиантов, так что будем спасаться. Вернись, Джинджер. Вот так, отлично. Отлично. Ой, на что-то опять мы наступили. Спасаем, спасаем нашего пушистика. Так, здесь сундучка нету. Придется заглянуть еще в один туннель. Мы чуть не провалились, вы это видели? Ух ты, это что за мостик такой? А здесь еще страшнее. Вот это местечко. Так, мы снова маленькие. Растем. В этом переходе тоже не оказалось сундука. Где же наш особый сундучок? Так, здесь сейчас будет очень опасно.
Смотрите, какая стройка. Да что же это такое? Давай, Джинджер, я тебя спасу. Поехали на скейте. Вот так уже интересней. Можем даже вверх ногами немножко покататься. И снова превращаемся в обычного котика. Так, здорово. О, нет. В этот раз мы свалились. Давайте посмотрим, сколько же очков мы с вами заработали. Так, друзья, у нас вот такой классный сундук. В нем нас ждет обновление для пожарного, обновление для Бена, куча монеток и целая гора бриллиантиков. Ну, нам осталось совсем немножко, чтобы открыть новую локацию. А сейчас время приветиков для вас, мои дорогие. Первый привет сегодня хочу передать для Леры Солонской. Огромный тебе приветик, Лерочка. Привет получает Алина Трещева, Милана Казымова, Полина Полякова. Огромный тебе привет. Женя Медведева, Соня Титова, Таня Паскарь получает привет. Чупану огромный приветик и Марии Душинской, Веронике Кирилловой, Кате Пелзю, а также Женя Кислова, Кира Старовой, Ева Типикина получает огромный приветик от нашего канала, Катя Перминова, Эльза Халикова, Гюльнар, Лиза Алешинова, небольшой привет, Викуля Красотуля, а также Лиза и третий класс получает пушистый-пушистый приветик, Маша Заварыгина, Валерия Куражова, Настя Зюкова получает привет, а также Аня Деменкова, Анна Придиус и Алина Сафаргалина еще раз получает у нас привет сегодня. Алиса Мактич получает большой привет. Люба Денисова, Юля Гробовецкая, Катя Бутенкова, Оля Китанова, Рита Смурыгина получает большой приветик. Света Миранчук, Виолетта Гробарчук, Катя Кандаусова и Карина Гробовская, а также Ева Типикина. Огромный-огромный вам всем приветик, друзья. Спасибо, что смотрите наш канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите канал «Участники» каждый день самыми первыми. Ну, на этом все. Пока-пока!